Сегодня покажу вам снегоход с установленными допами. Это Lynx 900 2018 года. Впереди мы поставили фару, 12 светодиодов по 5 Вт. Управление фарой, кнопка на приборной панели. Установлены муфты теплые. Слева установлено управление лебедкой и сама лебедка. Установлена под ногой пассажира, под сиденьем пульт и провод электрический. Пульт устанавливается либо около руля, 1,5 метра его длина, либо здесь разъем. Лебедку можно установить вместо фаркопа в задний усиленный бампер. Снимаем фаркоп, ставим лебедку. И слева установлен держатель кофра для ружья.